Всем привет, друзья! Мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 9 января, 21.00. Вот, пришел выплеснуть воду, пока она не застыла у кур. Сейчас у нас на градуснике 40 градусов мороза на улице. Вот. Очень холодно эти дни, и до конца недели будет такая погода. Вот 4 раза на день переносил теплую воду, но все равно в этом сарае приходишь, уже этот корка льда образовывается, хоть и часто меняешь, но все равно очень холодно. Вот. Значит, сейчас вот в обед, и сейчас нарезал репчатого лука им. Салат такой для согрева. Вот. Значит, эти дни не дроблю. Даю целую зерносмесь. Кукуруза, ячмень, пшеница, овес, проса и семечко. Вот такая вот зерносмесь целиком. Ну, сейчас они уже сожрали. Вон, там он остался на дне. Вот. Вот такие дела. И что интересно, яйценоскость нисколько не упала. Вот. Единственное, часто приходится бегать, собирать яйца, потому что померзнут. Вот. Значит, а тут этой вот семьи сегодня было 6 яичек я взял. И вот еще 2. Это вот я на вечернем кормлении в 5 часов собирал, вот еще 2 выдали. Вот. И сейчас одна выпрыгнула еще, значит, еще одно яйцо будет. Вот. А у тех, у соседей, брал уже 8 яичек. И вот еще гляжу. Еще вон одно. Вон одно лежит. Вот. То те вот поджимают этих уже. Вот. Вчера одну у царскосельских не уследил. Лопнуло. Не успел взять, разморозилась. Вот. Да я не думал, что оно размерзнется. Я и в сарае-то был. Ну вот, такой мороз треснул. Это вчера одно не сохранил. Сегодня все забрал целые. Вон как они лучок кушают. Угощает. Заговорили. Были вкручены у меня везде энергосберегающие лампочки. Выкрутился нафиг. Вкрутил 150. Сейчас у меня в этом сарае 7-150. Так, конечно, мотает сильно, но от нее хоть какое-то тепло. Вот. На ночь выключать не буду. И вчера не выключал. И сегодня не буду. Пусть крутит. Зато, ну, мой хороший, зато маленько потеплее будет. Вот. Вот такие дела. Сейчас пойду в тот дом. Ну, в том доме вода не замерзала. У первых, где миксовые, около двери поилка, там вот у единственных корочка покрывалась, а в тех комнатах нет, нигде не замерзала. Ну вот видите, птица активная, красивая, несется. Конечно, холодно, но поэтому и отбираем таких пород, которые могут переносить такие суровые зимы, как наши. Вот. На завтра еще ниже обещают температуру, за 40 туда. Что-то говорят, 44 нам будет. Вот. Вот такие дела. Значит, это вот он. Наши чемпионы пушкинские. Вот. Младшая семья тоже заработала. Тоже прям включились, молодцы. Это еще сейчас понесу, тем не дал он лучок резанный. О, ругается. Эту заберем тоже. Не треснул? Нет. Ну, я в 5 часов, начало 6 соберу. Вот. 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 Это вот младшая семья. Вот смотрите, вчера напугался. Вот все в крови. Пришел, не пойму. Думал, расклев. Вот. 5 брал. Еще 3.
5 брал, еще 3. Сегодня 8 яиц эта семья снесла. 12 курочек, но одна не в счет, 11 курочек, вот 8 яиц, одна там никакая, короче, она вот светленькая, вон, ну стало сейчас это, вроде как отживает, была такая херовенькая, это самый последний выводок был, и этот, неплановый, вон она запрыгнула, ну вот сейчас вроде, может еще и отживеет, вот так, вот 8, ну и что, вот видите, все в крови, когда разглядел, все целые, расклева нет, а то тут наверху, вот тут вот-вот, лежит яйцо вот так, и тоже все в крови, видно, место было занято, тут пустое, не несутся, это к разговору, там мне вы писали, мало гнезд у тебя, вот, два несутся вот тут, сюда, как и подманку кладу, и все, не несутся, и вот это там было, видно, занято, неслось тут, и вроде яйцо не крупно, но вот через это, первое яйцо, наверное, было, с яйцевода вот накапало, а так сегодня... Вчера, сегодня наблюдаю, не видать, все живые. Вот. Вот такие дела. Вот 8 яиц тоже. Молодцы. Вот. Вот так, вернемся к ним. Значит... И сегодня, и вчера, и сегодня вот звонили с Улилецка, вчера звонили с Башкирии по поводу инкубационного яйца. Пока не проверил оплоды, вот сейчас эти заносятся вроде. На конец января буду торопиться, не буду, потому что это такие вот морозы. Сейчас вот это чуть запоздаешь собирать и этот... Яйцо... Зародыш может перемерзнуть. Поэтому пока на самый конец января проверю оплот. Потом про инкубационное яйцо скажу отдельно. Пока этот я не вот, звоните, запишите. Не записываю, ничего не обещаю, потому что нету темы для разговора. Вот. Все, не обижайтесь. Как будет только известно, я сделаю ролик и расскажу. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.